В связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации города Керчи Бороздина Сергея Вадимовича, Керченский городской совет решил возложить исполнение обязанностей главы администрации города Керчи на Федоренко Екатерину Андреевну, заместителя главы администрации города Керчи Республики Крым, со 2 августа 2021 года. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета аппарата Керченского городского совета Воробьева обеспечить опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский рабочий», управление по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Керчи Республики Крым Корзун, обеспечить размещение данного решения на официальном сайте Керченского городского совета.